нет. Поэтому, ну, вот такие вот я захотела. Я понимаю, что не так. Я все это засниму, все вам покажу, так что не переживайте. Ребят, вы меня спрашивали про огурцы и помидоры. Вот наши огурцы. Вот наши пертики. Видите? А помидоров даже еще нету. Ну, вот так вот они. Огурчиков тоже еще. Вот они, видите, малышки. У нас все поздно получается. Вот в целом вот так вот. Вот такой перчики нынче хорошо. Вот этот фу, не сглазить бы. Помидорки вроде тоже ничего стоят. Так что ждем, ждем урожая. Здравствуйте, вы насчет окон? Да. Пойдем все. Снимем. Я буду снимать на камеру передачу денег. Это я ума. Ну все равно, знаете, мне для страховки тоже надо. Все это включила? Да, давно уже. Хорошо. Вон, иди сюда. Нет. Так, значит, окна ваши. Там Ваня. 5 окон, да. 5, да. 3 маленьких. 1300, 1400 правосторонний. Да. И 1400 двухсторонний. Это тоже вот. Да. Вот будет у нас с вами. Значит, двух створок. Три? Да. Два. Трех створок. Два. Сетка на сетка. Пять. Подоконник. Пять. И облицовка. Облицовка сэндвичная. Мы ее не пишем, она там будет под нарезку. Доставка, все, да? Доставка. Выгрузка кто-то помогает, нет? Или отдельно это с водителями уже договаривались? Это с водителями, пожалуйста. А так, всё, бесплатно, понятно. До ворот. Дальше только с ребятами уже договаривайтесь. Всё понятно. Так, и 55-200 общая сумма у нас с вами. Да. Так, ну здесь тоже самое. Вот, смотрите, окна 3, 2, 5, доставка, 55-200. Так, вот сюда у нас перестраховка. Так, еще здесь. И когда будут готовы? Так, здесь, да? Доставку повезут, деньги позвонят, позвонят. Как бы, да? Я постоянно как бы дома, просто на всякий случай перезвоню. Я вам сейчас допишу квитанцию. Заводская 7-2. Ага. А что сейчас не работает офис? Сейчас минутку. Устудите заболели. Он один раз искупались, тоже заболели. Что-то пили, ели. А после воды они всегда мороженькие, голодненькие. Время. Так, давайте пересчитаем перед вами. Ага. Так, 10, 20, 30, 40, 55, 200. Угу. Все, пересчитывайте, пересчитывайте. Здравствуйте. 55, 200. Все нормально. Все, мы позвоним. Также доставку. Хорошо, все, пойдем. До свидания. Да. Все, ребят, заключили договор. Договор у меня на руках. Я оплатила денежку. Все. Сказали, через неделю где-то нам привезут окна. Катя, ты довольна? У тебя будет новое окно. Ваня, ты машинки новые играешь? Дай я покажу, какая у тебя машинка. Давай покажем. Вот такую вот машинку Ване купили. Да, Ваня? Ваня сам выбирал. Ладно, пойду я договор уберу. Ждем, ждем окна. Все, ребята, я довольна. Наконец-то через неделю у меня приедут окна. Спасибо всем, кто в нас верил, кто с нами остался. Я вам очень благодарна. Договор у меня на руках. Оплатила сразу всю сумму. Я не буду держать, чтобы... Мне спокойнее так, ребята. А то мне многие писали, Настя, сделай доплату частично. Я ваши комментарии читала, но оплатила полностью. Так они быстрее делают, как мне объяснили. Поэтому... Вам уже заплатила? Да, все, заплатила. Ждем через неделю окна.
Так, ребята, я на кухне. Буду чистить рыбку, ставить, жарить ее. Купила сегодня целый пакет минтая и сейчас буду подготавливать. И хотела сразу поговорить. Многие скажут, она сначала видео говорила 57 тысяч, 58, а заплатила 55 200. Как так? Она опять нас обманывает. Ребята, я вас не обманываю. Мне просто пересчитали, и сумма меньше стала. Поэтому я даже очень рада, что оно так получилось. Теперь счастлива. Вот теперь точно буду все освобождать для ремонта. Где мы в первую очередь будем окна ставить? Мне кажется, это будет кухня и у мальчика в комнате, потому что здесь надо будет мне еще брус поменять. Там по три бруса. Главное, чтобы сейчас все успеть привезти. Брус и все остальное. Чтобы потом можно было все спокойно менять. Как вы видели на видео, я засняла все. Чтобы потом мне не говорили, что я обманываю. То мне постоянно, последнее время это постоянно пишут. Ну, по сути, это ваше право, вы имеете писать. Сейчас почищу рыбку. Целый пакет сегодня купила рыбы. У меня дети так-то не очень рыбу любят, но вот иногда готовим. Рыбка хорошая, крупненькая. Так что как-то так. В среду я еду в Соликамск. С Ильюшей мы едем, как он, в автодорожный поступать. В среду едем, потому что, видите, то одно, то второе у меня получается. И вот мне некоторые написали, вы же говорили, что на той неделе поедете, а в оконцовке вы никуда не поехали. Ну, ребят, у меня дела есть. Дела. У меня же не один ребенок, у меня их 8, не забывайте. То с одним что-то на дела какие-то сделать, то с другим. Так что дел хватает. Сейчас нажарю рыбку, наготовлю. Не знаю, что на гарнир приготовить к рыбке. Сейчас будем опять это голосовать, кто за что. Мне в комментариях надо было написать, кому гречку сварить, кому рис надо было, говорит, и то сварить. Ну, ребята, извините. Каждому варить так продукты мы просто будем вываливать по многу. Мы к единогласному мнению всегда приходим, и все. И некоторых удивило то, что... Мы суп сварили со спагеттими. А что такого? Спагетти просто ломается на три части. Очень вкусный суп получается. Вот серьезно говорю. Очень вкусный суп получается. Попробуйте, сварите, и вы сами увидите, что очень вкусно получается. Так, некоторые куски очень большие, поэтому на несколько частей разрежу. Рыбы много, буду готовить сразу всю. Чтоб наелись все дети сразу. Что случилось опять, игрушка? Что ты там Ваньку доводишь? Ничего, я с ним поиграл. А Ильюшка забрал у него танк? Да. Все-таки забрал. Как он отдал? Да я думала, он откажется. Он все-таки взял. Детям понравилось вот это вот. Челлендж. Катя, кстати, на свой канал про бенбузл тоже засняла. Вот про эти невкусные, потому что там два пакетика приходило. Но они так и просили меня по два пакетика, чтобы один я снимала на свой канал, а второй они уже без мамы будут снимать на свой канал. Поэтому проходите на их канал и смотрите. Надеюсь, будет интересно. Ладно, я сейчас почищу рыбу и потом вам все покажу. Нажарила, ребята, рыбку. Уже все поели по 3 кусочка рыбы. И вот еще осталось, еще остатки дожариваются. На попозже, может, захотят поесть. И на гарнир приготовила гречку. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита!